Санкт-Петербург коракка смольнайга Арктика вопросторгаранаммыт государственная хамгыямуньяаста. Көрсүгүнө Россия правительствотун председателин Солбуячы Дмитрий Рогозин салайаныытта муньякка түөт сүрүн баппуруху көрдүлер. Чуолан Арктикага наука онна технология сайдыытын этийнен качер ситим качествотун үрдетитин Чаун Билибинской энергетической узел кескелин онна Арктикага ксаллах быхыгамайгыга быхыр үлэ хайда хытылдыктаан тугунаныртылар. Бу вопроска саха сиргер Ильдархан Егор Борисов сауалтатынан республика Черскейге, онна Нижнеянскайга икки быхыр этерет техниканан качылан туралларын сырдаттылар. Бихи республика правительствада халды турар савут бу икки спасательное формирование бихиха тибетен и тагастен олеген тексиге маннык спасательное улахан аварийны кин бар буларга онна турар савут. Дебастыката Черскейе билген бу Билибинской атомная электростанция там беги вот на качестве он работает, он был и когда ничего он толстый, был станция токторная вестная комплексная такой там мы терская голохан тепловая электростанция, ну то там мы зеленый мост на речной порт он качерка на вон на тон калькалер это тут перспектива месторождения работы мы вот на качерка на попробуем арсахта.